Телеграм-канал администрации «Самары Вести» с Дворянской сообщает, что для предпринимателей стартовала регистрация на форум «Мой бизнес 63». Форум начнется 24 мая в рамках реализации НАС-проекта «Малое и среднее предпринимательство». Подать заявку на участие и ознакомиться с программой событий можно по ссылке, указанной на странице канала. По традиции форум откроет пленарная сессия, в числе спикеров которой федеральные эксперты, представители ведущих технологических предприятий. В этот день участники форума также смогут увидеть экспозицию инновационных и стратегических проектов, которые представят предприятия и Министерство региона. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары в своем телеграм-канале сообщает, что в регионе оформлено более 90 тысяч заявок на карту жителя Самарской области. Это масштабный цифровой проект, который реализуется региональным правительством совместно с платежной системой МИР и банками-партнерами. Функционал карты жителя позволяет использовать ее как полноценную банковскую карту, проездную и льготную транспортную карту, полис ОМС, ключ от умного домофона, а также получать скидки и бонусы от партнеров проекта. Это свыше 200 компаний, среди которых туристические агентства, фитнес-центры, розничные магазины и культурные пространства. На карту также можно зачислять заработную плату, пенсию и все виды бюджетных выплат. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в своем телеграм-канале напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре.